Вот сегодня приехали 6 августа на Малинник. Сергей Павлович, ведро забыл. Ведро нельзя. Ну что сразу, шофер, он заделался. Все. Пошел. Дай мне ведро тоже. Два взял. Да. На меня еще. Вот это бывшие сады Киреевские. Сразу видно, что ходили люди здесь. Не один человек. О-о-о-о. Оператору можно есть? Где Володя, ты пройди по всему туда полю. Да, да. Считай, кто сколько. Потом придешь, будешь брать. Врага! Че? Сбежал? Куда идти, не знаю. Ну, раз сказали идти, значит надо идти. Все верно. Радость вам сегодня. Сколько красноты-то этой. Ой-ой. Господь милость опять оказал в этом году. В том году не было малины, вот в этом вообще усыпано. Муравейничек. Вот, дорожки поедем немножко. Такие красненькие. Клубничка уже прошла. Все. Сейчас только одна малина здесь. Боже, наш кто-то ходил тут. Мне кажется, тут нет никого. Тут никого нет. Стиновы сейчас подойдут. А Анчуков, наверное, еще нет пока здесь. Жалко, сколько ягод я пропускаю. Никого не видать. Пойду я обратно. Ух, краснота какая. Ой.
Сумма тебе, Боже, сумма тебе. Яблоки, все, но яблок нету. Раньше говорят, яблоки были большие, сейчас ничего нет, одни дички. Все. Видимо, помёрзли. Да еще зайцы тут бегают. Они могли поесть. Усыпано малиной просто. Где? Я ничего не вижу. Да везде. Вообще нет ничего. Все есть. Я там дальше ходил, там тоже красный. Где? Скажи, куда идти. Ну вот красный, вот. Вот красный, вот перед тобой красный. Вот смотри, красный, вот стоит, кусты красные. Там дальше красно тоже все идет. А даже не яблоко. Не яблони, вернее, что подошел, набрал сразу с одной яблони. И не черника, которая полянами растет. Ну здесь тоже она полянами растет. Да сколько сразу усыпается. Вот у него еще ничего здесь. В кустах. О, тебя даже верный ест, да? А, траву же бедный. И каменщиками питается. Это видео вот тут оставил. О, ураган здесь. Вот он целую ладошку вот собрал. Везет тебе. Ага. Этот все крутится за своим хвостом. Любимое занятие у него. Там кого нашел еще? Нет, кроме Людмилы никого. Никого нет. Ну все, и снимай, положи. Появится, да заснимешь. Угу. Я видел там Елену Анатольевну. Да, вот она стоит, вот рядышком. Угу. Слава Богу за все. Вот верный ест ягоды. Прямо с куста. Все верно. Вкусные ягодки, да? Вкусные ягодки. Кушай, верно. Вот я. Верно. Верно. Куда пошел ты? Иди ко мне, верно. Не тормози. Верно. Иди. Сидеть. На, кушай. Кушай. Верно. Вот, кушай. 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 О, с пола подбирать ноги. Верно. Сидеть. На, кушай. Хорошо. Хорошо. Смотри, вкусная какая-то. Кушай. Хорошо. Вот, верно. Иди. Иди надо. Вот, смотри, к нам красный. Верно. Иди ко мне. Верный. Сидеть. Где ты нету? Ах, вот. Ах, молодец. На, вот второй. На, вот, вот. Верно. На. Сидеть. На. Сидеть, а кушай.
О, вкусная малинка. Сам, давай, сам. Кушай. Ой, вкусная малинка. Ох, и вкусная малинка. На, верно. Вот, на, кушай. Вот, давай теперь. Нет, ладно, дай. В кустах он ее не возьмет. Зима. Верно, да. Ну-ка. Да. Вот, зеленый. На, вот красный. Верно. На, вот красный. На, кушай. Да он не поймет там. А что, они едят, Володь? Он что-то ест. Ест. А, верно. Верно. А, лови. Вот, молодец. Лови. Вот. Верно. Верно. Лови. Хоп-хоп. Он щелкает только тут. Верно. Сиди. Верно. Лови. А это здесь. Да. Вот, кушай с куста. Вот. На, вот еще. Верно. На, вот. На, верно. На, вот, кушай. Вот, хорошо. Вот, ураган пришел. О, налетел, как ураган. Соответствует своему названию. Ураган. На, малинка. Вкусная малинка. Вот, ходи сам, собирай. Тут всем хватит. Он верно ходит, собирает. Ураган. Мясо тут дай. Вон, да, да, все. Короче, да, наклони голову. Да нет, она не мешается мне. Чем? Вон он еще, видишь, как бы. Вот сюда вот гляди, где. За сюда переходи. Это мы в усадьбу Барабаша заезжаем. Посмотри, тут у него пожарная машина, бочки. Макет. Это макет. Опрыскиватели. Ставить некуда. А приехал, один горшок ночной был у ребенка. Еще больше нету. Почему? Земля и труд. А справа посмотри, сколько у него тут техники-то. Да, старенькая, да, но даже на железо сдать и точно-то будет. Да такой кайбан, ой, сколько стоит. Так это не все. Он сейчас повернет, посмотри, какая громадина стоит. И там дальше. И в ограду зайдешь. Посмотри, вот одна машина стоит, гляди. Легковая. И в ограде две. Так, забирайте всю. Вперед, маленько, еще. Еще. Еще маленько. Хорош. Так, все вылазим и идем к ним. Со своими сумками. Ой. С этими. Неудобно так. Юдок, бери с собой. Держи, крепче. Вот твое у меня в руке. Иди сюда, да. Тоже. А там батюшкин он пасты около храма. Покажи овечек сколько. Это его паства. Тебе. Гуляет. О! Мы идем за делом. Тащи пустой ведро. Моя жена там берет. Мы ее соблазнили. Пойти сюда. Соблазнили в лумою. Да, она поворачивает. За малины, не еще. Она сразу говорит, я поехала. Давай, давай. Так, ребята, ставьте вот так вот. Вот что-то чудо будет. Так, это ща? Майн. Майн. Это майн. А это ща? Май. Твоя, да? Да. А это? Вообще-то лаваржи. Твоя? Не, моя красная. А его где? Кто? Твоя, это где малина? Где моя? Какое-то одно из них. А? Одно из них вот какое? Вот это вот. Володина, мое, ваше, это, этого. А мое какое? Вот это? Это, да.
Вот смотри, Лена там берет. Этот работник во время работы брал малину. Высыпай. Так, это кому? Так, дальше. Я все время обращаюсь, отрываю Лену от труда. Высыпай мое ведро. Вознаграждение, Елене Анатольевне. Так. Володя тоже постоянно что-то надо посылать. Высыпай. Сергей независим, разрешите нам его взять с собой на ужин. Мы можем половину отсыпь. Половина. Он тоже зависимый бывает. Оставьте Сергею. Не надо. Высыпай все ее. Я ну высыпай, нас там можем набрать. Ладно, высыпай целиком. А ты все брал тоже? Вы выбираете, так где? В садах были. Там она насыпала. В моем зале. Я нашел там ягоду Хрищелена сюда. Собаки с нами две побегали. Так. Лена расскажет, как мы сказали. Володь, она была? Заведующий старостой. Нет, Лена. Нет, она никогда не была. Даже никогда. Вот начальник к нему сел. Начальник, а ты заместитель? Да. Обычный заместитель обращается. Мне уголь вас привезли, поможете завтра забросить, а? Я ей все показал. На голубе на крышу лазила. Во сколько? Ну что, ей понравилось? Все понравилось. Каждую келью, столовую, на костер, на пирс. Там у меня дома. Ну я не знаю, где даже в сарай ко мне тоже заглянула. И куда скажу, туда идет. Дальше разговор. Нет, он не тронет. Я говорю, все может быть. Не вопрос. Так а зачем это? Я же все видел это. Я и фотографии дал, которые раньше делали, чтобы ему показать. Ну, слава Богу. Спаси Христос. Это все, я, когда брали там, я и думал, а что она берет, а она-то там много не наберешь. Так она сейчас тоже там? Там берет она. Прямо рядом мы с ней работали. Все. Тяжелый. Храни вас Господь. Только долго не оставлять, скорее варенье варите. Пусть Серема перебирает. Это, хотел сказать, накажите, кто пасет на храму, на этом, на лагерном пруду, чтобы не поили. Они берег обрушают, и на силу там еще поза глаза будет. Только на Симаковском на том. Поить коров. Я уже предупреждал, почему они так делают. Хотите, теленок гляжу туда, рухнул и поплыл. Она там глубоко. Я сегодня даже ходил и говорил одному пастуху. Мою можно не перебирать. Блин, у меня Володя, одна к одному. Давай, садись. Все на этом. Кого не хватает у нас? Так. Софера. Да, садись, держи ее сюда. Так, а у меня там это... А, ну иди тогда все убирай. Все, все. Отдай ему в руки. В руки возьми, а то упадет. На. Это, Игорь, я там два ведерка поставил. Они подписаны, стенка. Капустиная дать. Прям рядом там я поставил. Да, к одному привязанный диск. Диск привязанный прямо. Смотри, все спрячь или отдай хозяину, чтобы не потерялось. Слава Христу.